Реклама. Реклама. Дорогая, что у нас сегодня на обед? Пока ничего, любимый. Но это не страшно. Ведь у нас в доме всегда есть лапша быстрого приготовления. Заливаем кипятком, и все, уже можно есть. Вот это? Опять он. А ведь чайник с кипятком все еще у меня в руках, любимый. Вкусненько. Очень вкусненько. Попробуй и ты. Попробуй и ты сказать, что это невкусно. Реклама. Вы решили купить автомобиль. Хорошо, правильно. Тогда наш российский отечественный автомобиль нашего автозавода — это как раз то, что вам нужно. Пожалуйста. Пожалуйста, приемлемая цена, неброский дизайн. Я бы даже сказал, совсем неброский. Вот, бросить не жалко. Вот, вместительный салон, в который легко поместится ваша теща. Теща, давай, садись. Теща, ваш сосед, алкоголик с женой, проституткой, тоже поместится. И даже ваш начальник. Давай, быстрее. Быстрее садись, начальник, давай. Давай, все поместятся. Причем все это без всяких АБС, ШМАБС, климат-контролей, полных приводов, без. Все, полный фарш там, все. И главное, без всяких этих тормозов и подушек безопасности, все. Мы всегда заботимся о вас. Все, я сказал, вот так вот.